Если вы скажете итальянцу «тупой», то возможны два варианта развития событий. Первый вариант – он ничего не поймет, потому что не знает «che cosa significa questa parola», что означает это слово. Второй вариант – ему послышится «тупой, ты можешь», и он, конечно же, не обидится. Но как же будет «тупой» по-итальянски? «Ступидо» или «оттузо». Как сказать по-итальянски «Иванов, Петров, Сидоров», «элементаре, Уотсон», «тицио, кайо э сэмпронио»? Если вы захотите перевести на итальянский язык предложение, это будет проще пареной репы. Забудьте про репку. Вам понадобятся следующие слова: «Джоко» – игра, и «рагацци» – ребята. «Сара ун джоко да рагацци» – это будет проще пареной репы. Это будет проще простого. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Правда, в итальянской версии этой пословицы нет ни синиц, ни журавлей, а есть яйцо и курица. Meglio un uovo oggi che una gallina domani. Лучше яичко сегодня, чем курочка завтра.